Друзья, всем привет! Мы с Пексом гуляем. Мы пошли на Таманский. Я не знаю, Таманский там то ли поселок, то ли что, но мы туда не зашли. Дофига, мы 10 километров уже находили сегодня с Пексом. Уже, наверное, 11 сейчас вот пошел. Мы еще возвращаемся назад. Мы там в речке искупались. Речка Кубань. Ну, там было место. Пекс искупался, я искупался. Вот, и идем уже назад домой. Вот там вот вдалеке видите Темрюк. Вон там вот военная горка. Пекс где-то там лазит. В кушарях у меня. Вот он выскочил. Голуби. А, куропаток гонять. Давай, 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 взять, взять. 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 Дичь. Это дичь, Пекс. Дичь, давай. Взять. Ищи. Ищи. Куропатки. Если сможешь, поймай, я не против. Дичь эту. А я вот нахожусь, короче, ну, не знаю, по телефону только показать вам. Вон там, где ушки стоят, это как раз-таки вот военная горка там. То есть мы с Пексом прошлись тут прилично, можно сказать. Мы сейчас пойдем в магазин, купим. Я Пексу обещал кролика купить. Если он сейчас здесь дичь не поймает, сегодня у него в рационе будет кролик. И опять же, если он будет в магазине там. Магазин там в Темрюке надо были, подвальчики. Цены низкие, ну, такие нормальные, довольно-таки небольшие, чем в других магазинах. И мясо говядину я там брал у него, ему нормально. И там кролик есть и баранина. Вот, хочу кролика ему купить. Пусть попробует свежего диетического мяса. Сколько съест, столько съест, все останется, заморозим на следующий раз. Ну что там, Пэк? Ну что там? Давай, вылазь, хорош там кусты трусить. Идем, Пэк. Пэк, пошли. Пэк. Кусты шевелит, короче. Пэк, пошли. Не поймал, да? Ну все, пойдем, пойдем. В следующий раз будет тебе, повезет тебе. Тут много этих куропаток ходят. Ходят очень много. Сейчас я вам по телефону покажу маршрут, что мы тут сегодня накрутили с Пексом. Ну вот, грубо говоря. Вот 12 километров. И то это я еще включил немножко. Еще можно километра 3 приплюсовать, потому что поздновато я включил. Вот такой маршрут по Темрюку. И сюда мы вот уже назад возвращаемся. В общем, 12 км в легкую. И по времени мы гуляем уже 4 часа 42 минуты. Ну, 5 часов, можно сказать, мы уже гуляем. Вот. Да, Пекс? Ой. Идем, идем. Он уже 4 раза купался. Один раз где-то там в пруду каком-то нашел воду. В речке мы с ней искупались. Потом какую-то лужицу нашел. Ну, короче, мы купаемся везде. Ему жарко. И днем гуляем. Что там? Покажи, Пекс, что такое там? Что подцепил? Что там? Колется, да? Колючки, что ли? Вот, давайте, повытягиваю. Эти колючки колятся, вот ему колятся колючки, видите? В кушарях лазил. Да, Пекс? Нацеплял репихов. Колется. Правильно, мне тоже вот в носки вот залазят. Ах ты мой, шерстяной. Шерстяной ты мой. Ах ты мой. Красавчик. Я ему таблетки дал. От грецов вчера, ранее давал от этого, от блох и от клещей, еще на месяц, на 35 дней. И что, все? Все, не колется больше, ничего. Стой, тут у тебя этих лепехов. Ого-го. Ну все, пойдем. Нормально?
Стой, еще в заднице, стой. Задница еще. Передница, задница. Писюшка. Еще надо просмотреть. Все вот так вот, да? Все. Все, ты моя радость. Пойдем. Рука у меня вот такая вот. Она сейчас облетит, обсохнет. Вот так вот мы время и проводим с Пексом. А что делать? Мы гуляем. Блин, я столько сейчас прошел. Я вишни объелся, честно говоря, уже не могу. Все это. Я вишни нажрался сегодня. Шелковица наелся. Не покупая с дерева все. Там в Темрюке, как в Славянске. Там, блин, растет немеренно. Кстати, есть люди еще ни разу мне не сказали, что не рви там или еще что-то. Здесь добрее люди как-то относятся к этому. Я потом эти абрикосы я нашел еще, уже спелое дерево, тоже похавал. Что тут еще я? Ну, смородину черную. Тоже сегодня отобъелся прям. Реально куст прям большой. Я его даже не то что ободрал, я просто немножко общипал его. И нажрался просто. Я ягодой питаюсь практически. Я салат у меня там с вчерашнего дня еще остался. Половина миски. Я вот я его овощные помидоры, огуречки там у меня. Я его доем. И все. Я сегодня ничего больше есть не буду. Я сытый. Вот так вот мы гуляя на свежем воздухе. Бывая в новых местах, мы наедаемся от матушки природы. Вот смотрите, змеюку задавили, раздавили. Вот. Ползла, видать. И не доползла. Я, кстати, видел на работе, на объекте, змея вот такого диаметра. Большая двухметровая змеюка проползла. Я думал, я с лопатой был, я хотел ей голову отрубить. Но не успел, она такая шустрая, короче. Шух-шух-шух, и ушла. Ну, я первый раз в жизни такую видел. Вот такая диаметр. 2 метра длиной. Она меня засекла, и я ее спалил. И она быстро жух-жух-жух, все, и исчезла в траве. И то ли замерла, я прошелся с лопатой, я больше ее не видел. Короче, где-то там нора у нее что-то была, ну. Я таких змей еще не видел вживую. У меня страха не было, я думал ей голову отсечь лопатой. Ну, как видите, не смог. Ах ты мой красавчик. Пойдем, пойдем. КамАЗы ездят. Так, постели на дорогу не выходи. Он знает. Я его ругаю, когда на дорогу выходит. Так, ну ладно, сейчас дойдем в Темрюк до магазина. Я вам включусь. Покажу, что за кролик, как он будет кушать. Ну вот, друзья, мы пришли уже в Темрюк. Значит, вот этот подвальчик мясу. Мы все в дворах, в пятиэтажках. Пойдем, зайдем. Пекс, жди меня здесь. Жди меня, я мясо тебе куплю. Я размораживать не хочу с холодильника, хочу его свежего купить. Вот, генеральное хлорирование. Здравствуйте. Так, кролики свежие у вас? Да. Мне одного, моему любимому Пексу. Одного? Одного. Я думаю, собаки мой будет его есть. А то я ему индейку брал в прошлый раз, он индейку не стал. Самого вкусного давайте. Пекс, я купил тебе мясо. Кролика будешь? Смотри. 647 рублей стоит кролик. Будешь? Пойдем сейчас на какую-нибудь площадочку. Ты покушаешь. Пошли. Пекс, иди сюда. Так, накрываю тебе поляну. Это кролик домашний. Да, давайте его расщеплю. Кролика домашнего.
кушай. Кушай. Все. Все тебе. Это тебе, Пэкс. Давай, принюхивайся. Первый раз ты кролика попробуй. Да, это кролик. Угу. Вот, смотри, вот, кушай мякоть, мякоть тут, смотри, какая мякоть. Ну, давай, вкусняшка, давай. Кушай, кушай, кушай. Давай, давай. Мне больше тебе дать нечего. Давай кушай. Я буду смотреть со стороны. Отсюда. Куда понес? Кушай здесь. Вон лапку эту. Лапку. Давай, давай. Кушай, кушай, Пэкс. Грызи, я тебя подержу. Вот так, да, давай. Мясо, мясо, грызи. Ну, чё, давай, кушай. Ну, давай. Что? Что ты за жучками? Ты давай мясо ешь. Ну. Давай, давай. Так, брысь отсюда, брысь. Правильно, кушай, кушай. Кошка тут тоже хочет полакомиться кроликом. Ага, сейчас. Не для тебя куплено, да, Пэкс? Скажи, я сам первый раз кролика кушаю, давай. Не бойся, она тебя не отнимет. Давай, Пэкс, кушай. Не отнимет она у тебя, давай. Кролик зимой. Давай, рви. Рви.
чуть как тянешь, я аж не удержу, Пекс. Доедаем, доедаем, да? Что там, мухи? Мухи? Пекс, кто там? Муха тебя замучила? Да не обращай внимания на мух. Иди сюда. Пекс. 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 Э, ты будешь докушивать? Смотри, сколько. Нет, его муха какая-то задолбала, да? Пекс, или это у тебя глюки опять? Пекс. 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 Э. Я пузо набил. Смотри сюда. Пекс. Пексик. Пекс. Пекс. Походу ты уже наелся. Ты наелся, скажи. Пекс. Все. Немножко не доел, короче. Пекс. Не будешь больше? Пекс. Ты будешь еще мясо? Э. Э. Пексик, ты кого там увидел? Ты будешь еще мясо? Пекс? Да там он друг пришел. Сейчас ему отдадим, да? Пекс, мясо будешь? Нет, все, наелся, он больше не хочет. Значит, это оставляем на потом. Ты это не доел? Ты будешь доедать? Не, не будет. Потом доест. Попозже. Поэтому мы это все в пакетик положим. Ну вот, почти кролика одолели, да, Пекс? Вкусный же был кролик, Пекс. Вкусный кролик. Что ты опять там? Ты же не хочешь уже. Все. Все. Немножко пусть переварится, пусть уляжется, а то ты барабан набил за дуру. Все, скажи спасибо хозяину своему. Да, а подписчикам тоже спасибо скажи. Ставьте лайки, да. Да, поцелуй, поцелуй. Вот так. Поцеловал за кролика. Я тебя тоже поцелую. Все, спасибо. Спасибо за хороший аппетит. Спасибо за все, Пекс. Ты мой маленький. Ты мой красивый пес. Да? Ну. Что ты там смотришь? На кого ты там смотришь? Все, друзья, ставьте лайки. На этом мы сейчас немножко еще погуляем с Пексом. И домой уже вечер. Солнышко садится. Пойдем домой. Да, Пекс? Вот такой день у нас был. А, сколько километраж мы прошли? Сейчас я вам покажу. Так, что мы прошли? Вот 17 километров, 22 метра за 6 часов 48 минут. Заканчиваем мы, блин, Пекс, заканчиваем нашу вывозку. Workout paused. Workout ended. Все. А мы что, с вами еще не попрощались? Пекс говорит пока всем. Вот тут ласточки, ласточки, ласточки. Песенки поют. Пекс, лужайка такая. Он только сейчас так хорошо покушал, так хорошо себя чувствует, да, Пекс? Не жарко, хорошо. Собачками сейчас вот поиграли. Вот у кошек. Нельзя кошек, Пекс, Пекс. За кошками нельзя, я же тебе говорил. Нельзя. Идем сюда. Идем. Пекс, идем так по газону пройдемся. Идем сюда. Идем, идем. В общем, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пекс ждет от вас комментарии. Я ему зачитываю вслух. Так что давайте, ставьте, пишите. И колокольчик жмите.